Итак, сегодняшняя встреча была сорвана украинской стороной. Мы со своей стороны приехали, сделали все возможное, чтобы переговорный процесс продолжался. Мы были до последнего на связи с ОБСЕ, никаких отмен официальных не было сегодняшней встречи. Тем не менее, мы видим сейчас недоговороспособную позицию Украины, то есть происходит имитация переговорного процесса. По факту ничего, никаких подвижек в сторону мира нет. Домой, есть ли какое-то понимание, будут переговоры дальше или нет? Мы считаем все-таки важным продолжать мирный процесс и делать все возможное, чтобы весь диалог перевести за стол переговоров. Скажите, пожалуйста, радость?